Только ты крепко держи и за крылья, потому что она улетает. Да, я знаю, как держать курицу. Знаешь? Ну, я смотрю, ты даже больше знаешь, как держать курицу, чем я. Так, подожди. Привет, телезритель. Ты смотришь проект «Перекличка», и сегодня Иван, подожди. Я тут подумал. Вот мы, например, с Матурочкой уже в городе практически все посмотрели. А сейчас лето, все уезжают на моря. Так, я понял, о чем ты говоришь. И предлагаю составить топ пляжей Крыма. Как тебе такая идея? Ну вот это уже интересно. Но мы тогда с Матурочкой добывать драгоценные ответы. А мы переходим к третьему месту нашего онлайн-опроса. Пляжи в курортном поселке Николаевка на западном побережье Крыма занимают третье место по результатам онлайн-опроса. Это место понравится всем, кто не любит долго подниматься и спускаться к пляжу. Если вам нужен отдых с комфортом, то добро пожаловать на городской пляж. А если вы хотите на какое-то время отдохнуть вдали от цивилизации, то вам на дикий пляж. Именно они окружают Николаевку. Но если вы выбираете такой отдых, то будьте аккуратны. Возможны обвалы берега, поэтому не стоит подходить к ним близко. И еще на диких пляжах достаточно крутые спуски к воде. Поэтому передвигаться надо с особой осторожностью и с хорошим запасом пресной воды. Пляж Николаевки состоит из мелкой гальки и песка. Тут очень удобно загорать. Дно моря песчаное, пологое, поэтому глубоко становится не сразу, а постепенно. Сюда любят приезжать семьи с детьми, но не забывайте соблюдать правила поведения на воде. Даже если вы знаете, что здесь относительно мелко, не заплывайте далеко и всегда рассчитывайте свои силы. Протяженность николаевских пляжей около 8 километров. Они начинаются за поселком Береговое Бахчисарайского района и заканчиваются у кооператива «Якорь», за которым уже начинается Савский район. Вывод такой. Если вам нравятся гаечные пляжи и вы хотите отдохнуть в тишине без большого количества людей, то вам подойдет именно Николаевка. Здесь есть как дикие пляжи, так и городские. Кстати, если вы будете ехать из Симферополя на море, то быстрее всего вы доберетесь в Николаевку. А еще здесь очень красиво на закате. Подскажите, пожалуйста, какой есть пляж в Крыму? Самый лучший, самый чистый, самый новый красивый. Пляж. Новый. Ну, новый, а где пляж он? В Евпатории. В Евпатории, то есть это самый лучший пляж? Для меня лучше. Для тебя лучше. Значит, мы туда съездим. Погладь. Или можешь подержать, я запишу. Что запишите? Подержать, ну, записать пляж. Надо. Ты любишь куриц? Да. Ну, если ты любишь куриц, значит, они тебя любят, наверное. Подержишь, я запишу? Давай. Только ты крепко держи и за крылья, потому что она улетает. Да, я знаю, как держать. Знаешь? Ну, я смотрю, ты даже больше знаешь, как держать куриц, чем я. Так, подожди. Расскажи, пожалуйста, какой есть пляж хороший в Крыму? О, она поздоровалась. Привет. Волушский. Да. То есть на него стоит съездить? Да. То есть это лучший пляж в Крыму? Угу. Хорошо, большое спасибо. Погладь курицу, не бойся. Боже, классно. Какой вы знаете пляж в Крыму? Хороший, чистый, где можно искупаться, отдохнуть. В Симферополе? Нет, не в Симферополе. Ну, если я не ошибаюсь, тут моря нет в Симферополе. В Крыму. Какой вы знаете пляж? Феодосий, золотой пляж. Феодосий. О, название даже само за себя говорит. То есть там хороший пляж. Да. Пляж? Да. Ну, я на квадрате купаюсь. Квадрат? В район водохранилища квадрат. А именно море, море. В Симферополе море? Нет, в Крыму, в Крыму. А, в Крыму? Мысь. Алушта, Николаев. А что-нибудь одно самое лучшее, что вы выберете? Ялта. Ялта, то есть. Подержите, я запишу. Давайте. Только аккуратно держите за крылышки, она сейчас может начать улетать от вас. Сегодня проект «Перекличка» рассказывает вам про крымские пляжи, которые стоит посетить и почему. Вы уже знаете, что пляж в курортном поселке Николаевка занял третье место в нашем онлайн-топе. И, конечно же, вам уже не терпится узнать, кто занял второе и первое место. Но перед этим мы вам еще раз напомним о правилах безопасности на воде. Во-первых, мы рекомендуем вам купаться только на специально оборудованных пляжах, где есть спасатели. Во-вторых, не забывайте за буйки и всегда рассчитывайте свои силы. Если вы плохо плаваете, заходите в воду только по пояс. А также не купайтесь в вечернее время суток, а в одиночку, даже если вы будете находиться у берега. Не допускайте шалости на воде, а также не подавайте ложные сигналы бедствия. Ну и напоследок, не забывайте головные уборы и солнцезащитный крем. Как видите, правил не так уж и много, и вам осталось только соблюдать их. Ну а мы переходим ко второму месту нашего онлайн-топа. Мы с Фиолет расположены к западному побережью полуострова. Именно отсюда начинается гряда Крымских гор.
Здесь, в 1820 году, побывал великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин. И говорят, что именно после посещения Фиолента он написал знаменитое «Лукоморье». Кстати, в фольклоре восточных славян слово «Лукоморье» означает заповедное место на краю мира. В ночь 6 на 7 сентября Александр Сергеевич останавливался в Свято-Георгиевском монастыре. История этого места, как у скалы, с таким же названием легендарная. Дело в том, что много лет назад судно греческих купцов попало в шторм, должно было разбиться о скалы. Но по легенде явился Святой Георгий и остановил бурю. А когда купцы поднялись на скалу, где сейчас установлен крест, они обнаружили икону Святого Георгия, перенесли ее на сушу и основали храм. При хорошей погоде, как сейчас, вы сможете легко доплыть и забраться на скалу. Ну, а для этого вам сначала надо пройти по тропе здоровья на Яшмовый пляж. Тропа это, конечно, не самая легкая. Основная сложность в том, что у всех ступенек разная высота. А самое важное, их тут почти 800 штук. Поэтому, если вы не готовы к физическим нагрузкам, лучше не рисковать. Хотя местные жители могут за день аж несколько раз подняться и спуститься. И спускаться есть ради чего. Яшмовый пляж является одним из самых красивых на полуострове. А сама яшма – это минерал, который имеет вулканическое происхождение и обладает целебными свойствами. Итак, мы с вами находимся на Яшмовом пляже. Здесь есть все условия для комфортного отдыха. А в нашем онлайн-опросе он занимает 2-е место. Подскажите, пожалуйста, вы знаете какой-нибудь пляж в Крыму? Красивый, чистый? Конечно. Какой? На который? Мы ездим. Куда вы? Евпаторию. В Новофедоровку, в Алушту, в Рабочий уголок. Слишком много. Ну, какой-нибудь один. Самый красивый из этих. Самый красивый? Да. Вот номер один от вас. Мы туда поедем. Ну, может быть, в рабочем уголке мне очень нравится. Рабочий уголок, это где? Это вот... Научный уголок сейчас называется. Хорошо. Пляж в Крыму, на который обязательно стоит съездить по приезду в Крым. В Угловом. В Угловом? Да. То есть туда стоит съездить? Стоит. Хорошо, большое спасибо. Погладь курицу. Это моя подруга. Подскажите, пожалуйста, какой есть пляж в Крыму? Пляж Крыма? Да, красивый, чистый. Красивые, чистые песчаные пляжи в Евпатории. Евпатория. Я люблю в Евпатории пляжи. То есть Евпатория самый лучший пляж? Да. И люблю. Обязательно съездить стоит? Да, конечно. Вы советуете? Да. Хорошо, значит мы съездим в Евпаторию. Подскажите, пожалуйста, какой есть пляж в Крыму красивый, на который стоит съездить? Ласпи. Ласпи. Потому что там красиво? Очень красиво. Это моя подруга. Мы с ней приехали в деревню и узнаем у жителей Симферополя, какие есть пляжи в Крыму. Красивые, популярные, лучшие. Почему так за подругой не смотришь? Ну... Она клюв повесила. Ну, она расстроенная. Это скучноватая. Ну, потому что ответы не дают люди. Мы узнаем, какой есть пляж в Крыму. Вот вы посоветуйте. Отличный пляж есть в песчаном. Песчаном. Шикарный пляж. А почему? Чем он шикарен? Песок. Песок. Неглубокий. Детки купаются. Ты смотришь проект «Перекличка», и мы составляем рейтинг самых популярных пляжей в Крыму двумя способами – онлайн и офлайн. Если со вторым все понятно, Руслан и Курочка-Матурочка опрашивают жителей города, то с онлайн не так все просто. И настало время узнать, какой пляж занял 1-е место в рейтинге. Пляжи Ялты. Именно они занимают 1-е место в нашем онлайн-топе. Конечно, город Ялта известен далеко за пределами Крыма и России, а набережная имени Ленина является визитной карточкой города. Она же считается любимым местом отдыха туристов и горожан. Здесь сосредоточены основные достопримечательности города. Концертные залы, магазины и бутики. Престижные гостиницы Ялты. Здесь не придется скучать ни детям, ни взрослым. И одно из главных развлечений города здесь – это купание в море. Если у вас попросту мало времени или вы не хотите далеко отходить от набережной, то все пляжи в черте города вам абсолютно подойдут. Более того, тут есть все условия для комфортного отдыха. Еще здесь нет песка, здесь только камни и галька. Берега Ялты окружены Крымскими горами, поэтому тут открываются невероятные пейзажи. Так что красивые фото с пляжа вам обеспечены. Еще вспомним, что на южном берегу Крыма особенный климат. Много вечно зеленых растений, так что отдых на пляжах будет не только приятным, но и полезным.
Какой бы вы пляж ни выбрали, со всеми удобствами или дикий, кстати, в окрестностях Ялты их предостаточно, не стоит забывать о правилах безопасности на воде. На южном берегу Крыма глубина начинается с первых метров, а в некоторых местах у самой кромки берега. Поэтому многие люди ныряют со скал в море. Это можно делать только тогда, когда хорошо знаете дно. Ну а то, что пляжи Ялты занимают первое место в нашем онлайн-топе, вы уже знаете. Мы хотим узнать, какой есть пляж в Крыму, куда стоит съехать поехать. Для курицы комфортнее всего, тихая атмосфера, чистая вода. И где это в Крыму? Это Витино. Это что? Я такого не слышал, еще никто там не советовал. Никто не советовал? Да, ну мы узнаем. Витино, это в Крыму. От Евпатории. Там замечательно. Там, хорошо. Во-первых, мало людей. О, это вообще огромный плюс. Там практически деревня, можно встретить корову. Петухи поют, так что для вашей курочки это будет просто замечательно. Все, большое спасибо. Кечинский пляж. А почему? Он очень чистый, там море очень чистое. Куриц туда можно? Куриц? Да, пожалуйста. Большое спасибо. Только ты подержишь, я запишу. Давай. Только ты держи за крылья, потому что видишь, она уже дергается. Она буйная. Держи крепко. Там чисто? Да. Ну, ты там был? Да, конечно. Ну, хорошо. Я вообще оттуда. А, ты оттуда? Ну, только тем более. Все. Какой пляж в Крыму? Даже не знаю. Ну вот на какой-то пляж ездила? Песчаная. Песчаная. Туда стоит съездить? Да. Подержишь, я запишу? Давай. Только ты держи крепко. Держи за крылышки. Держи за крылышки. То есть песчаная, да? Ну если песчаная, значит там песок. И там можно хорошо купаться. А курочки можно купаться? Ну, ты видела только какую-нибудь курицу? Да, конечно. Ну, значит можно. Итак, пора подводить итоги нашей переклички. Сегодня мы с вами искали ответ на вопрос, какой пляж самый популярный в Крыму. В интернете на него отвечали подписчики нашей группы в социальной сети, а в реале Руслан с Матурочкой опрашивали прохожих. По мнению интернет-пользователей, Николаевка занимает третью строчку, Фиолент – вторую, а лидером интернет-голосования стала Ялта и ее пляжи. Это мнение тех, кто голосовал в интернете, а вот мнение тех, кого встретили Руслан с Матурочкой. На третьем месте песчаные, второе место прохожие отдали южному берегу Крыма, а пляж Евпатории стал самым популярным пляжем в Крыму по мнению общественности. Вот такие дела. Ну что, решили куда отправиться отдыхать? На какой пляж? Ты знаешь, нам с Матурочкой еще нужно посовещаться, потому что не на каждый пляж Крыма пускают с курицей. А мы на этом с вами прощаемся. С вами были Руслан, Курочка Матурочка и Иван. Всем пока. Пока.